Всем привет! 30 грамм полукопченой колбаски нарезаем средним кубиком. Третью часть сладкого красного перца также нарезаем кубиком. 20 грамм сыра у меня гауда трем на крупной терке. Нарезаем зеленый лучок. Выкладываем в глубокую тарелку полбанки кукурузы, колбаску, красный перец, тертый сыр и зеленый лучок. Добавляем немного майонеза. Солим и перчим по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Один средний помидор нарезаем кружочками шириной примерно 4-5 мм. Выкладываем красиво на тарелку в форме цветочка. Не забываем слегка посолить. И выкладываем нашу готовую охлажденную начинку. По желанию украшаем петрушкой. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается очень сочная, аппетитная и невероятно вкусная, а готовится совсем быстро и легко.